Здравствуйте, уважаемые зрители! В данном выпуске я проведу разбор феномена электронного голоса, выявленного в видео Тима Морозова «Полтергейст пятого уровня. Шокирующая паранормальная активность, заснятая на камеру». Что такое феномен электронного голоса, история его выявления, исследования, классификация голосов, а также примеры этого явления, доступны в более ранних моих видео. Сегодня же я поделюсь с вами своими личными наблюдениями об этом феномене. По проявлению я условно разделяю его на поверхностный и глубинный. Поверхностным феноменом электронного голоса я называю те голоса, которые можно различить без обработки вообще или же при небольшом увеличении громкости. Я приведу некоторые наглядные примеры для этой категории. Например, на этом фрагменте электронный голос практически не слышим, но становится различим при простом увеличении громкости. Чтобы разобрать его, обработка не требуется. И тот нож. Вон он. Тот нож. Вон он. Вон он. В целом, очистка от фонового шума требуется для очень тихих и неразборчивых слов. Глубинный же феномен электронного голоса отличается тем, что он труднодоступен для разбора, его практически не слышно без обработки. Также глубинным я отношу и те фрагменты, которые для своего звучания используют посторонние шумы, стуки, шуршание, дребезжание и прочие звуки. Есть еще и такой нюанс, что зачастую за поверхностным феноменом скрывается и глубинное его проявление. Я полагаю, именно к этому явлению и относится фраза, прозвучавшая в прошлом разборе. Ну, мне сейчас реально жутко. Это просто какой-то пипец. Также я допускаю возможность, что эта фраза из прошлой расшифровки может указывать на необходимость более глубокого анализа аудио. Сегодняшний разбор будет проходить в два этапа. Сначала я приведу выдержки из поверхностных проявлений феномена, а уже затем из глубинных. Как всегда, я прошу вас воспользоваться качественными наушниками с большим диапазоном частот для более верной и четкой передачи звука. Приятного вам просмотра! Вдруг еще какой-нибудь опять нож вылезет. Тут есть кто-нибудь?
Вроде тишина. Попробую заняться установкой камеры. Сразу. Я не желаю тебе вреда. Страшно, что пипец. Ножа нет. Зачем ты взял нож? Зачем ты его спрятал? Так, ты съехала вниз, по-моему. На самом деле пипец страшно, друзья. Я не желаю тебе зла. Я хочу с тобой просто выйти на контакт. Я хочу с тобой связаться. Если ты готов со мной выйти на контакт и меня понимаешь, подай какой-нибудь знак. Это может быть любой удар, одиночную стену, например.
Пидор. Личное место. Ты можешь сказать мне какие-нибудь слова? Как тебя зовут? Что ты такое за существо? И почему ты здесь находишься? Ты можешь выйти со мной на контакт? Я хочу узнать твое имя. Ты хочешь со мной выйти на связь? На кухне? Странности. Я хочу с тобой выйти на контакт. Я хочу выйти с тобой на контакт. Возможно, из-за машин. Я просто с тобой хочу связаться, и все. Зачем ты это делаешь? Смысл? Мне не кажется, что это похоже на что-то. На смех. Кошка? Ты прикидываешься кошкой? Послушай.
Я тебя не боюсь. Ты мне... Я тебя не боюсь. Ты мне не можешь причинить вред. Эти звуки кота. Я тебя не боюсь. Ты мне не можешь причинить вред. Я знаю. Я тебя не боюсь. После моих слов, после того, как я говорил, уйди отсюда, я тебя не боюсь, уйди с этого дома, раздался звук, напоминающий удар двери, захлопывание. Также это может быть, что он просто пережил свой пятый уровень и сейчас находится в состоянии покоя. Тут есть кто-нибудь? На всякий случай. Вдруг еще какой-нибудь опять нож вылезет. Вроде тишина. Попробую заняться установкой камеры. Сразу. Thank you.
так и валяются. И тот нож. Вон он. Я пришел с миром. Хочу с тобой выйти на контакт, поговорить. Блин, страшно, что пипец. Так, ты съехала вниз, по-моему. Я слышал, он кузов. Он катился, что ли? Типа того. Я не желаю тебе зла. Я хочу с тобой просто выйти на контакт. Ты можешь сказать мне какие-нибудь слова? Как тебя зовут? Что ты такое за существо? И почему ты здесь находишься? Я хочу узнать твое имя. Кто ты? Почему ты не хочешь со мной говорить? Ты мне не можешь причинить вред.